Привет, друзья! Привет! С вами Михаил Булавцев и Лилия Донского. И сегодня 25-й день видеомарафона, и тема дня – рассказать об одном из участников игры и почему именно его мы выбрали. Друзья, 25 дней уже мы с вами участвуем в марафоне. 25 дней мы узнаем друг о друге все новую и новую информацию благодаря роликам. И для нас, честно, данное задание было, конечно же, не из легких, потому что определиться на ком-то, остановиться, рассказать о ком-то одном, это, конечно же, было сложно. Да, вот как можно не рассказать, например, про Юлю Бобик или про Настю Калейкину, Павла Вродинского или Александра Зарембу? И нам было очень сложно, потому что вас больше 100, и мы вас... И еще многих-многих, да. И мы очень, да, мы очень многих всех полюбили, привыкли, мы смотрим ваши ролики, мы с благодарностью принимаем ваши отзывы, обратную связь. И, честно, мы сегодня целый день просто находились в таком смятении, кого же выбрать. Ну, задание есть задание. Мы хотим отметить человека, который навсегда останется в нашем сердце, как личность неординарная, как в наших сердцах, как личность неординарная, очень талантливая, творческая, женственная. Заставляющая нас с каждым своим комментарием чуть ли не подпрыгивать до потолка от новых эмоций, счастья, радости, потому что ни один человек нам еще такого удовольствия не доставлял. Вот-вот. И поэтому нас еще эта девушка удивила тем, что она все время в сугробах, с лопатой, в купальнике или в каком-то потрясающем... Обливается холодной водой на улице. Вы уже, наверное, догадались, кто это, потому что она не может остаться бесследной. Эта девушка, когда она проходит мимо, да, все оборачиваются вслед. Потому что она говорит стихами. Да, потому что она говорит стихами. И это Ирина Тимонова. Ирин, спасибо вам огромное за ваш вклад в нас, потому что это очень было ценно, очень. И мы вам желаем, чтобы этот дар всегда радовал людей, потому что вы можете создавать действительно что-то необыкновенное. Спасибо. Присоединяюсь к словам Лили, да, очень здорово было читать каждый день такие сообщения, стихотворения, сочиненные именно нам. Спасибо огромное. Ребят, всем спасибо. Вы самые классные. Спасибо за то, что вы с нами в этом марафоне продержались столько дней. У нас еще не все закончилось. Поэтому вперед и с песней, со стихами. Ну что, до встречи. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.